Ой, ну что, мои дорогие, сдала я кровь, а сейчас выпьем таблетку. А тут воды нету, понимаешь? Надо идти на третий этаж. Вот я разогналась. Ну, сейчас возьму стакан, потому что на третьем, наверное, стакана нету. Здесь воды нету, а там стакана. Сейчас посмотрим. Где еще есть вода? Нету. Нету. Идемте на третий. Пойдем на третий. Сдала. Сдала. Сейчас пойдем мы с вами в буфет. Это дело отметим. Это дело отметим. Нехитро. Идем на работу. Там будем. Вот, я так и говорила, что здесь есть вода, но нету стакана. Стакан есть. Вот. Сейчас мы с вами достанем таблеточку. Ой, присядем для начала, да? Стакан я захватила. Так, а где же таблетка? Где таблетка? Я ее просто кинула в сумку. Да? Да, вот она. Вот она. Видите, купить надо все дырочки, все дырочки. Вчера не купила. Ой. Ам. Таблетку ам. Водичку. Сумку бросим. За собой теннис таскаю, но сегодня мрячка. Так, как тут? Я не очень-то и знаю, как тут этот. Все, есть контакт. Есть контакт. Таблетку выпили. Сказала посидеть 10 минут. Не знаю, стакан надо, мне не надо. Короче. Короче, что мы? Посидеть 10 минут. А я ж руку разжала, там, наверное, уже кровяка. Руку разжала, будет синяк. Ой, девочки хорошие, работала когда-то на заводе и здесь обслуживалась, а теперь обслуживаюсь платно. Не, терпел. Да? Этот самый. Терапевт только бесплатно. Терапевт бесплатно, а остальное все платно. Ну и, конечно, вот эти вот, которые... Как они? Анализы. Вещи все платные. В общем, вот такое дело. Вот такое дело. Ну что, пойдемте в буфет. Пойдемте. Что-то, может, мы возьмем перекусить. Мне не очень хочется тратить деньги, ну возьмем какую-то, может, отбивнушку или что. Сейчас посмотрим. Стакан сока 10 рублей. Это слишком дороговасто. Слишком дороговасто. Вот она я. Вот она я, вот она. Видите, по лесенке иду. Видите, вот этот туман, это от вот этого света. Нет света, нету тумана. Это, а свет, туман. Так, погнали в подвал. Так. Представьте, что вы на производстве. Идем в столовую. Обед. Идем в столовую. А потом здесь же и оденемся мы. Вот, пойдем. Завтра результат заберем. Вот, вот она я иду, видели? Видели? Я пошла в буфетик. Сейчас мы посмотрим, что мы купим. 20 рублей. Это что? Это, наверное, 100 грамм, а я думала, штучно. Так. Танечка. Чебурек одна, штука, 18 рублей. Татьяна, вот это жаркое я когда-то брала. И была фигня. Оно было несъедобное. Так, это котлета 25. А с чем это? А вот это что? А вот это что? Вот это, вот это. Смотрите, вот это отбивная, рыбка в кляре, рыбные котлетки, куриные, жареные, сырнички. Угу. Рыбка в кляре, она без костей, да? Ну,
делаем филе из хека. Это что, за 100 грамм вы хотите 25? Нет, мы хотим 35 за порцию. Ага, 35 за отбивную. 35 отбивная, 35 рыба в кляре. Дайте мне рыбу в кляре. Попробуем сейчас. Что там есть? Нет, я здесь хочу попробовать, потому что в прошлый раз я брала... Вообще, сырое, ну, какие-то куски сырое было, вот это все, нежевательное, несъедобное вообще. Я бы взяла, ну, все хвалят? Все хвалят, ну, я тоже взяла, и нифига. Да, рыбку у меня. И картой расчет. А что у нас с этим напитком, все по 10? А что это желтое? Это все соки. Апельсин, не, ананас, а какой это? Апельсин, ананас, мультифрукт. Ага, апельсин такой это осадком, да? Ну давайте томатный. Так, девочки, теперь денежку платить надо. Вот это. Хлеб надо? Так, пока вас выключу.